На скамье подсудимых 23-летний Роман Косинов. По данным следствия, в мае этого года он узнал от знакомого, что якобы есть человек, который любым путем хочет устроиться на работу в управление ФСБ. Решив подзаработать денег, Косинов пошел на преступление. Встретившись с ним в одном из кафе города Самары, представился действующим сотрудником УФСБ России по Самарской области и предложил свою помощь в оказании ему услуги для трудоустройства в управлении ФСБ на должность заместителя начальника отдела экономической безопасности. Цена вопроса – 40 тысяч рублей. Их передача состоялась в одном из кафе в Самаре. В тот момент молодого человека и задержали. Ранее потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Сейчас я понимаю, что этого не стоило, конечно, делать. Вину полностью раскаиваюсь, потому что я понимаю, чем это грозит, чем может закончиться. Но, как говорится, осознание пришло после совершения уже, что, к сожалению. Теперь подсудимому грозит крупный штраф или до 5 лет лишения свободы. Приговор планируют огласить на следующем заседании. Павел Бимаков, Дмитрий Мешканцов. События.